Здрасте. А, Чирик. Здрасте. Паша пародист. Паша, покрасьте. Здорово, народ. Здорово, народ. Мы сегодня продолжаем в коопе вместе с Солей, Пашей связистом гонять факторку и строить наш великолепный завод в кавычках. Нет. Сегодня по планам страдания. Много страданий в постройке завода по нефтепереработке. Ну и, собственно, выход в ЖДшку наконец-то. Точнее, мы вышли, но не построили ее. Че, народ, ждем тогда это? Дня? И приступаем, я думаю. Да. Или как? Да, гонять ты, конечно, очень круто сказал. А еще такой этот вопрос-то. Может, сначала нефть добычу организуем, а потом уже завод построим. Так, а что такие кислые? Да. А ну, здрасте да. всем. Да. Я как раз медленно качусь к вам на... Да я вижу, а я да, уже докатилась. О, я докатилась. Ты докатилась. Народ, а вопрос такой, а мы откуда будем таскать все это дело? Снизу или сверху нефть? Откуда скажешь? Сережа, Макс, хорошо, спасибо ладно, большое. Вопрос. Поездом или трубами? Я в поездах не шарю, я трубами, я за трубы. А там, как скажете. Ну, я был рэпером, носил трубы, я за трубы. Да, фига, отлично. Ты вспомнил. Тогда поезда у нас будут чисто для руды. Собственно, слева от базы у нас есть синие фиолетовые точечки. Там написано «Сырая нефть». Да, вижу. Мы Ого. Сейчас запасаемся сталью, железными пластинами и вперед туда строить насосы. И потом оттуда поведем, собственно, трубы, но чуть позже. Мы насосы. Паш, а можешь забацать столбиков 10, наверное, длинных? О, Демонман, привет, спасибо большое. Ирбис, привет. Привет. Так, большие они... опоры, лэп. Так, большие опоры, 10, готово, сейчас сделаем. Пластинками, да, запасаемся? Да, пластинками. Если что, у нас в сундуке есть. Вот я к нему двигаюсь. Я пытаюсь вспомнить, где да, он нас... немного не тот. Так, что надо для насоса? Электросхема и сталь. А где да, у нас есть. Сундук со сталью? Слева. Самым первым. А, вижу. Угу. Слева и внизу. Да, еще началась просадка по руде. Надо печки другие ставить. И, кстати, да, у нас заканчивается медь. Я посмотрел, ее становится меньше. Значит, будем сегодня таскать ее поездом. 100% сюда. А сколько брать? Запасом. Я могу с запасом 2000, да, могу все взять. Привет, абонент. Ой, Демонман, не говори, стройка в разгаре. Балочки около железа, право. Оль, бери пластин 400. А, это хорошо. А балки тоже брать? И балки возьми, хотя бы 200 штук. Блин, я все взял. Сейчас, подожди. Не, в смысле, а справа балки. Еще один сундук. Паша, оставь нормально. Балки. Куда все потащил? Куда ваши балки? Вам привет от Алексея, ребята. Алексей, здорово. Здорово, Леха. Так, если что, сверху у нас есть быстрый конвейер и сундук. Можете тоже взять запас на будущее. Мне не жалко. Ля какой? Конечно, не жалко. Конечно, не жалко. А где сундук с балками? А, там, где балки производятся, только внизу. Вот это ты прям сказал вообще, да. Ну, извините, да. Вот, Оля, я стою. Ой, а я нашла. Наверху. Где? А, ты нашла линию нашу с балками. А, подожди, это не балки, это, наверное, камень. Это каменный блок. Я тебя не вижу. Да, это каменные блоки. Это тебе наверх. Так все тяжело, да? Вообще, тут нельзя несколько дней, блин, тут трубы не пройти, несколько дней нельзя не заходить в игру. Вот вообще, поэтому я и проходил ее за 120 часов, а не за 15, как народ. Кошмар. Каждый раз пересоздавая игру. Так. Нашла сундучок? Нет. Почему? Вот, давай ко мне. Маленький. Видишь, я где? Вот сюда. Оль, левее. А, господи, все, я тебя нашла. Да ты затерялся вот. В этих, все, спасибо. Так, пожалуйста. В общем, нам на нефть, там уже Паша стоит. Прям первый добрался.
И давай я тебя, может, на машине подвезу. Да, давай. Главное, чтобы я не за рулем была. А то мало ли что произойдет. А что-нибудь по-любому произойдет. Подожди. Садись. Стой, я не так. Садись. Я забыла просто как. Я тебя там не прибил? Ну, чуть-чуть там кровушка. Ногу немножко придавил, на мизинец наехал. А, ну, заживет. Нормально. К финалу заживет. Он не особо полезный, поэтому... Так, подожди, а где здесь проехать? Ой, а чё это мы так едем? Врезаемся во всё. Я лес защищаю. Да, да, да. Не, реально я защищаю. Я тоже так могу рулить. И машина целая, кстати. Не надо тут. А, без одного квадратика. Ты фару разбил. Ты Пашу проехал. Я, да, проехал немного Пашу. Тебе тоже нельзя не играть. Чё смущает? Да. Паша, это что за лужи? Это нефть. Можешь влазить, кстати. Видите, над нами там есть маленькое красное пятнышко. Вот, начинается. Ну, давай, прям давай бесит. Поможем Паше. Прям, нет, все, Паша сам себе поможет. Нет, мы идем к Паше. Не-не-не, Паш, пошли. Погнали. Ты... Все, нет, я же безоружный. Да, а, тебе скинуть патронов? Нет, я оружный, все нормально. У меня есть 44 красных патрончика. Так вы потом скажете, что вот, это опять ты, они теперь огромные, короче, да, всем да. Пожалуйста, надавали. Так, а мы поэтому хотим. Да, мы хотим это. А, нет, смут, Паша не стримит. Паш, почему ты не стримишь? Я не знаю. Я стесняюсь. О, опа, стесняется. А у меня не стреляет. А, нет, стреляет, нормально. А, сначала плевок убивайте. Да-да-да, мы помним. Любим скорбим. Все, красота. О, Паша, зря мы наверх пошли, да? О-о-о! Открой карту. Не смотри туда. Там... Не смотри туда. Да, какая-то... там что-то краснеет. Раздражение какое-то на коже. Надо это... мазью помазать от геморроя. Это сыпь. Мы туда не ходим, Паша. Мы не ходим. Подожди, а чё? Мы ладно. Будем в своих лужицах тут так, ковыряться. Так, вот, вот я вижу лужицу. Давайте тогда что делаем? Говорите. А, сделайте, пожалуйста, 10 резервуаров. Первая вкладка, первая строчка. Резервуар, рецепт. 10 делаю. Ага. Я тогда не делаю. Мучай. Чауль, ты можешь забацать труб. Трубы. Сколько? 50, я думаю. О, окей. Мокбот, спасибо тебе проблема большое. Проблема в том, что как бы здесь доходность есть, но очень мало самих луж. Так что, я думаю, придется и снизу тоже нефть тянуть. Куда ставить, скажем? Я, у меня мочи уже нет мочить этих жуков. А, хотя мы горизонтально только начали по 5 штук. Я буду мочить их усиленно. 2 по 5, короче. А, трубы надеюсь, заказаны, генерал. А, слушай, здесь точек много, кстати. Так, и огнемет подождите. У нас исследовался. Горизонтально по 5 штук. Да. Откуда начинать? Вот отсюда? Да, да, прямо отсюда можно. Сейчас нормально? Оля, надо будет... Да. И вот таких 5 сюда. Впритык, да? Да, их впритык. А, только разверни их в обратную сторону. Сейчас, на R нажимаешь и вот так. 5 штук вот. Ага. Нет, с другой стороны... Вот так. Не понял. А, видишь, у них есть выходы, трубы. По 2 выхода так. С каждой стороны. Вот именно надо соединять. А ты когда ставил, они не соединялись немного. Подожди, вот эту мне вот так ставить? Да. Так, а вот эту, соответственно, надо... Все, а дальше вы наверх, в верхний ряд кого делаете. Точно нет такой у нас же, на картинке. Плюс-минус. Стыковать их как-то или нет? Угу, чтобы соединялись выходы труб. Вот эти. Вот так? Да. А мне куда трубы втыкать? А, вот сейчас я думаю, понимаешь, нам нужна помпа. А для этого нужен твердотопливный двигатель, который я оставил на базе. Подожди, я не могу его сделать? Нет, он делается рецептами внутри. О, я могу загонять на базу за двигателем. А, короче, смотри, видишь выходы, да? У нефти вот этих да, вот вышек. Да, вот, вот эти вот. Да, и подключай их вот к этим. Зелененький. О, а чё они? А нормально, что они так в разнобой? А, они на лужах да. Стоят. Паш, протяни, пожалуйста, длинными лэпами энергию сюда. Я пока организую здесь подключение. Где-нибудь на базе надо ткнуть. Так. И если что, Оль, в некоторых местах делай подземные трубы. О, сейчас я их произведу тогда. Да, блин, то есть, например, а вот я неправильно... Подземную баху.
Я неправильно, наверное, да? Ну, потому что надо было ее к дальней, наверное, подключить. Вообще пофигу. А, да, пофиг. Да мы просто... подведем, да, сейчас и насосами воткнем, если что, если давления не будет. Привет, Антихрист. Так, а я продолжаю заказывать, блин, вышки. Ой, сколько стратегия, не говори, это не стратегия. Самое печальное, сказал запастись ресурсами, да? И я не запасся шестеренками. Я молодец. Мы не любим тебя. Недолюбливаем. Недолюбливаете, да, я понимаю. Антихрист, это все Орел виноват, это он нас сюда затащил. Так, а где? А вот. Еще две лужи. А между собой вот эти вышки нефтяные не соединяются, да, трубами? Ну... Нет. Я... А, ты у меня взял? Тогда ладно. Нет, нет, это была лишняя у меня. Я просто это... Ускоряю немного процесс. Я стояла, думала, думала. А чё они так не совсем подземные? В плане? Да я просто думаю, мы сможем все подвести. Ну, не в одну ж трубу, а вот еще выходы есть. Все, я понял. Сейчас попробуем. То есть, смотри, в одну трубу, ну, вышки 3 подключай, наверное. Или вот 4 вот эти. То есть, ты можешь вывести вот эту трубу, где я стою, и в нее воткнуть все эти вышки. Еще раз покажи, а то у меня интерфейс был. Сейчас, например, вот я стою, ты делаешь центральную трубу. Да. К ней подключаешь все вышки и заводишь ее вот сюда. Ага, попробую сейчас. Потом 4 остальные в другую трубу. Так, и я сразу сюда бахну. Извиняюсь, радар. Ничего не понял. Паш любит радар, я его поставлю сейчас сюда. Буду пробовать. Но он же связист. Да. Поэтому он связывает нас с проводами тут. Наше радарю производство. Вас. Радарю. Так, где-то здесь еще были лужи, я их не вижу. А есть у тебя гранаты? Не-а. Есть, 67. Возьми. Я половинку возьму, да. Да, бери. Тут надо немного... Оу, кардинальненько. Я не любитель, да. Возвращаю. Спасибо, Антихрист, за ману. Тут просто в лесу было пару пятен, а их как-то не видно. Это мои. А, это ты прятал, а мы нашли? Я не прятал, я оставлял их. Оу, а здесь пятен-то много. Кажется, у меня не хватит немного ресов на это дело. Чё взять? Я на базе, я дотащил электричество. Возьми железных пластин. И забацай, пожалуйста, 3 нефтяные вышки. О, первая нефть всё ли пошла, кстати. Нормально, да, так? Да. Только, наверное, вот где прям можешь, заменяй на подземные. А то мы, видишь, здесь не пройдем. А, окей, сейчас позаменяю. Просто чисто ради удобства. Угу. А то ходить будет неприятно потом. Тынь-тынь-тынь-тынь. Сюда. Так, а шестеренки там тебе надо? Нет, что-то такое? Да, там сундук есть с шестеренками. Наверное. Там, ну он там, я Леш, понял. Леш, спасибо там. За цветы. Сейчас я тебе его пингану. Да, там, на карте. Чё, не видишь, что ли? Оля, как там пинг делать? Ctrl, Alt. Я не помню. А ты что не записывал? Надо посмотреть предыдущий стрим. Ctrl-Alt, левая кнопка мыши. Ctrl-Alt. Да-да, абонент. Точно. Ты мне какую-то фигню пинганул. Левее, прямо беги. Ага, еще. Вот. Вижу, да. Сколько? Да, бери сколько надо. У меня штук 200 всего. Так, нефть, собственно, пошла, но пошла она, по-моему, очень медленно. Но да ладно. А трубы как трубы? Пустые. Трубы как трубы. Да, трубы как трубы. Все стандартно. Посмотри, я правильно подземную установила, да? Она же работает? Нет. Ща, смотри. Одна подземная мне нужна. Сейчас научу. Бери меня. Не-не, я сделал. Смотри, ставишь ее носом к подключению, видишь? Так, да-да. Как выходом? С конвейерами. Да. Поэтому... Сейчас попробую. Вот, например. Та-дам-та-дам. Так, а кто-нибудь сделал насосы нефтяные?
Или я делаю Нет, их сам я дальше? Иду к тебе с шестеренками. О, так, но оно не поворачивается же, да? Почему? Да, придется между ними соединять. Так, я как вас... тебе тебя бросить? А я возьму сотку. Спасибо. Сейчас забацаем. И, собственно, трубы 2 или 3 даже придется тянуть до базы. Ну, либо поездом возить. Нет, мы справимся. Трубами, да? Да, какую трубу, как она выглядит? Обычная труба? Да, но в нашем случае подземная. И просто подземная прямо до базы. Две почти вплотную друг с другом. Так, погоди, они как конвейеры на какое-то расстояние или нет? Да, они как подземный конвейер на определенные клеточки работают. Говно. Говно. Их надо много. Ну, давай начну делать тогда их. Сколько делать? 71. Много. О, этого точно должно хватить. Все, делаю. И тянуть-то надо, знаешь, куда? Знаешь, куда? Сейчас покажу. О, 700 труб он делает сейчас во мне. Я прям чувствую, как каждая из них во мне делается. Короче, трубу надо будет вывести. Сейчас пингану. Ctrl-Alt вот сюда. А, куда ты пингуешь, прости? На базу. О. Ты можешь приблизить карту и видеть именно. Выше базы пингуешь. Да. Там будет не все завод находиться. Ну, тогда предлагаю, дабы какую-то геометрию соблюдать, просто тащить их по прямой в сторону базы. Да, а там поправить. А потом там дальше уже что-нибудь сделать, короче. Либо вниз их загнуть, либо... А, там радар стоит, кстати, рядом. Нормально, можно выше радара тогда сделать, там площадка есть. Да. Просто еще между трубами, между твоими подземными, придется ставить потом этим насосом. Потому что давление будет падать. Блин, сколько пятен. Оль. О, вижу. Работает. Молодец. Да. Так, еще две есть. Блин, одну вышку не поставил. Но ее просто. Сейчас будет печально, если мы пока тут возимся, но закончится медь. А, она там заканчивала. Осталось 500 труб. 500, нифига. А не проще, кстати, тебе сделать, вот смотри, я тебе могу дать. Просто ради интереса. Сборочный автомат, а в нем поставить производство труб. Не знаю. И ты можешь в него запихнуть железную пластину, сколько тебе надо, и он будет фигачить трубы. А он их делает так же быстро или быстрее? По идее, быстрее. Ну, я вот, например, 90 запихнул, и он их крафтит быстро. Да он так же их крафтит примерно. Да? Угу. Ну, ладно. Так, Оль... Это... А, ну да, все нормально. Вот эти нижние уже другой трубой надо будет подключать. Я, наверное, займусь тогда. И у меня такая же проблема, как у Паши. Нету труб. Возьми меня сейчас. У меня вот в этом месте не получается. А почему? А, сейчас смотри. Ну, да. Всё. А вот здесь вот подземную не поставить, а обычную, когда оно прям вот сюда сразу запихивается. А почему не поставить? А зачем она тебе тут? А тут не обязательно, не нужна, оно тут соединено. Нет, все, да, оно подключилось. Ну все, тогда отлично. Да. Забирай это трубы. Забери мои трубы. Так, я возьму у тебя половинку подземных труб. Давай, могу еще одно делать сразу. А, нет, наверное, не надо. Блин, он берет половину, а это 19, мне еще одной не хватит. Возьми еще одну трубу. Я пожертвую своей трубой, дед. Сейчас. Тихо. Чпуньк. Да, не надо, я потом. Наверное. Пуньк и пуньк. Почему так сложно? Так, а где у нас тут выход есть? Например, вот
Выхода нет. Из этой игры нет выхода. Так. Так, возвращаю. Ля, он еще и задачу дает. Да. У орла есть задача. Перьями отдаешь? Да, который вырвал. Пока рассчитывал все это. Так, и здесь нет электроэнергии. У тебя, Паша, есть везде? У меня есть столбы. У меня есть куча столбов. Вот, ты, куча ты столбов сейчас пригодится. Заработала, кроме двух нижних. Сейчас мы бахнем. А, ну, ну ладно. Красота. И оно даже вроде качает. Оно же качает? Ага. Да? Ну, в принципе, добыча нефти есть. Ура! Теперь надо трубу дотянуть туда. Куда? А я метил, Паша, там, точечку. Короче, просто выше радара. Короче, идем. Паш, ты можешь вот прямо отсюда, от резервуаров, тянуть просто направо. Да, я так и хотел, да. Причем две трубы. Одну вот тут, ага. А одну тут. Вот дайте прямо из дайте этого, еще да, трубы. Сосочка я выхожу. А я тебе могу 18 труб отдать. Больше нету. И я тебе могу 20 и 24 подземных. Я потихоньку двину это завод организовываюсь пытаться. Давай. Паш, только. Ты... Я иду с тобой, Паша. Сейчас. Паша, попытаюсь трубы втюхать? Паш, тебе резко надо какие-то, я привезу. Приму дар в дар трубы. Нет, бери, да, мне не надо, по-моему. У меня до хрена труб, поэтому давай мне еще свои, Оль. Блин, ну я как ты не могу выехать между столбом и трубой. Ты заразился от меня. Подожди, Паш. Я половину труб сломал. Мы только начали нефть качать, у нас уже авария. Сейчас, Паш, подожди, у меня еще подземные есть. Да, да, у нас тут авария на производстве. Я просто пытаюсь понять, они нормально качают или нет, потому что в трубе сырой нефти всего 10 единиц из 100 покупают. Не, нормально, он надо мной ржали. Как ты ездишь, как ты ездишь. Взял, ой, меня, поломал. Это дружеский пинок был. Да, да. И в камень тоже. Так, этого никто не видел. Я укусил орла, по-моему, в прошлый раз. Ой, как быстро надо. Отдалить надо. Так. Сюда. 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 Где выход? Наверху был выход. Ребята, запишите это, же потом на меня не говорили. Отставить смех. Права купил, а ездить не купил. Сейчас еще и нам заводы все по это тут. Нет, ты посмотри, что творит, а? Что делается-то? Что делается? Покупают прав себе. Подожди, а мы обязательно сюда выйдем. Заводы ломают. Да. Все, на выход. Бля, он меня еще и в машине оставил такой, просто свалил. А, в общем, нам, Оль, предстоит великое дело, а именно муторное великое дело. Я готова. Есть гранаты? А, да, 60 штук. Видишь вот этот лес? Чё, вот подожди. Это и левее. Вот этот, так, и да, вижу. Ты понимаешь, что с ним делать надо? Да, сейчас. А я понаблюдаю. Главное, не подорви меня и себя. Так. И вот этот слева немного. Ну, наполовину где-то. Еще? Ага. И верхний потом. И вверх. Все. Класс. Мне понравилось. Слушай, я тебе как-нибудь найду лес просто большой, я заставлю его уничтожать. О, я, да. Я тебя отправлю, согласна. Да, с гранатами. Хорошо. Я нашла свое призвание в этой игре. Пройдет пару минут, такая, а Оля умирает от граната. Не, да ладно, нормально все будет. Так, в общем, судя по той схеме, которую я показывал, так. Открой, наверное, вкладку вторую. Вторую, там видишь, нефтеперерабатывающий завод. Да, ребят, вы не обращайте внимания, там у воробья вкладки, он видит уже от этой игры, все нормально. Да, там есть у тебя в меню крафта вторая вкладочка. Вижу, вижу. Там нефтеперерабатывающий завод. А, тю, господи, я картинки в Дискорде смотрю, а надо в игре открывать. Сейчас, секунду. Надо таких, по идее, штук, ну, 8.
Я бы на начало. А в идеале 10. Ну, 8 давай с 8 начнем. Перерабатывающих заводов, да, тебе? 7. У меня один есть. О, ладно, сейчас сделаем. Я запасливый. Запасливая мышь. Сейчас сделаем. Так, а балки у нас есть? А балок, по-моему, у нас нет, кстати. У меня есть балки, но у меня нет блоков. Пошла за блоками. Каких? Кирпичей, что ли? Ну, да, кирпичных. Кстати, и... подойди сюда. Видишь, тут есть это из камня? Подожди, я тебя подстилка. Не вижу. О, каменная вниз, подстилка. Да, ты можешь брать звучит камни в руки и их выкладывать на пол, на землю. Чё, это где каменная подстилка? Это ускоряет передвижение. Ну вот, видишь? Тёмненькие такие. А, да-да-да. Она да, ускоряет бег. О, классно. Так что можешь брать камень лишний и спокойно его под себя вот тут раскладывать. Прикольно. Где, просто где ходишь, да? Да. Класс. Специально для этого вот стоят как раз таки сундуки у меня по сбору камня. Где? Ты видела его. А. Около электростанции. Так, сейчас я теперь, подожди, вспомню, где блоки. Я их вижу. Ой, простите. Ничего. А блоки вот, Оль, я встаю еще ниже. А, сейчас. Не, я их вижу, а где сундук, не вижу. Господи. Вот, еще ниже, в сам угол. Я спускаюсь. А, вот вижу. Вот, я тут специально камушек выложил, чтобы бегать. И сейчас нам предстоит вот изучение схемы. А, да, заводы заказаны, сейчас будут скоро. Класс. Можно, кстати, пока камень вернемся повыкладывать, где так, мы бегаем. А как это делается? Камень в руки. А, просто камень в руки берешь. А, да, сейчас пойду возьму. И вперед. Ля, как у тебя быстро получилось. Вот в жизни бы так. А власть. У тебя лампад есть, кстати? Да, конечно. Там можно еще увеличивать зону покрытия. О, а у тебя нет. То есть лампада? Я. Нет. Лошара. Блин. Так. Сейчас, подожди, я камень найти не могу, я тоже лошара. Отведи лошара. Меня к камню. Да, внизу, Оль, сундук, ты же брала камень. Я не брала, я блоки каменные брала. Ну, блоки, да, Оль, извини, я... А, надо брать блоки выкладывать, я думала, камень обработанный. Чё твою дивизию? О, Паша тут уже трубу привел. Да. Паша, спасибо. Да. Паша трубу привел, наш мальчик вырос. Решил познакомить нас со своей трубой. Паша, здесь в угол не заводи, наверное. Я отсюда пойду. Так, и завод. Завод. Ну что, вторую тащить? Да, я думаю, вторую. Угу. Наверное, повыше. Или это нет, ты оттуда ее? Это верхняя. А, это верхняя, тогда пониже, да. Ну, получается, да. Получается, да. Господи, сейчас. Странный лес, а? И гранат нет. Так ты все и засрал. Кстати, а лес... Да, гранатки возьми, сходи, они производительность, по-моему. Нет, я прорублюсь. Давай я тебя ладно. Прорублю тропинку. Нет, Паша, видимо, хочет страдать. Я сама. Ой, все. Он сама. Я взрослая девочка, могу о тебе позаботиться. Оль, как там заводики? Сделано, сейчас скажу, сколько. Еще бы я их видела. А где у меня заводики? А ты у меня забирал заводики? Нет. А, один готов. Один это пока мало. Надо еще. Ну они делаются. Не 7, 6. Ты сказал 6. Да. Ой, надо 7. Да, 2 готово. Да. Все. Сейчас вот, все, пошли. Ну, 3. Ты понимаешь, у меня с математикой все плохо, это. Да, поэтому нормально. Мы пошли играть в факторию. Нам даже советовали какой-то мод на подсчет. Но я решил вручную, да, считать. Все правильно, надо страдать. Чё уж я там. Очень понадеялся на свои знания в математике, но не пошло. Такое бывает, да, к сожалению. Прикинь, я буду ходить к репетитору по математике. Зачем тебе? Ты что, школу закончил? Да, я там в факторию играться собрался. Да, там посчитать надо, у меня напряг. Да. Так, ну 5 заводов уже есть. Ну, можешь, в принципе, бежать ставить их. Куда? Нет такого места. А сверху, там же. Где мы стояли, где лес вырубало, я первый завод поставил и левее от него прям впритык их ставь. Ага, понял, сейчас. А я пока организую здесь завод по производству, блин, труб. Выше, Оль. Тебе выше. О, ладно. Я прогнал ее выше. Зачем ты прогнал ее, ну? Я не хотел. Так получилось. Это ты все специально сделал.
О, еще контуру палит. Ну, вообще-то я слышу вас, когда вы общаетесь, если вы не знали. Блин, она слышит. Паша, спасибо за буксик. Так. Так. Поняла? Слева завода. Вот так? Да, да, и прям впритык. Просто вертела, а потом... крутила. Все да. Вот так впритык в левую сторону? Да, все впритык и все влево. Я надеюсь, они тут влезут вот до сюда. Это сколько стоит? Это 6. Ну да, влезут. Еще 2 осталось, сейчас доделаются. А и убери, пожалуйста, лес, где я бегаю вот внизу. Пожалуйста. Угу. Вот скала. Вот скала. И вот до нее прям. Отходи, поберегись. Бегу. Бегу, не трогай, спасибо. Так. Блин, я поставил завод труп и убежал от них. Класс. А еще я хочу временно сделать себе вот тут. Нет, я не хочу, я перехотел. Я думал, себе дорожку из конвейера сделать, чтобы быстрее бегать. Я хитрый и ленивый немного. Так, нужны тут трубы и резервуарчик потом будут. Я увлеклась. Спасибо, Демонман, за ману. Что, больше сделала? Нет, я увлеклась деревьями. Ну, да, бывает. Дендрофил, получается? Получается. Нет, я дендробум. Так, заводы поставлены. Но я, кстати, их тоже чуть больше сделала. У меня еще 3 в запасе осталось. Ща, я думаю. Ну, это просто информация. Ну, ладно, да, будет запас. Так, теперь смотри. Внизу, в той же вкладке, так. Есть химический завод. Какая неожиданность. Да, вижу. Орел. Десяток. Такой же нужен. Окей. Будет стоять внизу. Да, Паш, извини. А вот эта херобора, которая здесь стоит на пути моего нефтепровода, да, все нормально. Это, куда выводить? Туда, куда будет заходить нефть. Вот здесь выводить, или вот здесь, или при тыкле? Сейчас, 2 секунды. Я скопирую кое-что. Ctrl-Alt. Паш, это ты для орла кнопку вызова придумал? Орел. Да. Типа вот так вот надо говорить, если хочешь к нему обратиться. А я вообще не понимаю, почему он с тобой общается без этого. Да. А как к Коле обращаться? Никак. Не надо ко мне обращаться. Не, подожди, так не работает. Смотри, Паш, надо вывести чуть-чуть повыше. Сейчас сделаю здесь входы. Входы и выходы. Так. Хотя... Давай я тогда вот тут, дальше вот. Поверну вверх. Да вот сюда, да, заводи вот в эту трубу. Что-то они там мухрюют. В какую нахрен трубу? Подожди. А вот труба, вот видишь, стоит труба. Так она у тебя завернута сама на себя. Да, но ты можешь сюда ее включить, где я стою. Она не завернута, она вот подключена. Завернули вы, конечно, тут. Блин, я не могу туда подключить. Да ладно. Но сейчас. Он не дает мне сделать. Оля, а можно чуть-чуть уйди? Спасибо. Оль, да. Да, я поняла. Так, 1, 2, 3, 4. А мы 8 поставили, да, с тобой? Ой, все. 8. Да, 8. И 3 в уме. И 3 в уме, это хорошо. Так. Сюда тоже, Паш, надо энергию закинуть будет. Это но спецоперация, проблема. Да, по проведению электроэнергии. О, нет, здесь проблема. Тебе... У меня вот одна большая всего может быть создана. Кстати, у нас снизу, помнишь, стоит маяк оттуда? Ой, не маяк, а радар, а оттуда можно тянуть сюда. Тогда это можно сделать коротенькими. Да, это можно сделать коротенькими, только смотри, бери правее от заводов. Паш, я буду, пока мне не дали задание, я буду журналистом. Ты ж не стримишь, вот я буду за тобой, типа, показывать, что ты делаешь. Мне не нравится. Да, я тут буду высчитывать. Я знаю. Очень нравится, когда его показывают. Тебе не должно быть нравится. Не должно нравиться. Орел, я сюда вывел, орел. Да, все, класс. Куда? Теперь вдоль идти? Да, бери столбы, которые вторые и средние опоры. О, я не могу их взять. У меня нету материала, чтобы сделать. А давай я тебе их скину. Подожди, стоп. Стоп. А как можно разобрать то, что есть? Или нельзя? Так давайте я дам, что тебе надо. Разобрать нельзя, к сожалению. Наверное, тогда пластины нужны мне.
Железная? Железная, да. Мы сами, идите, стройте. Я сейчас ему все дам, что надо. Я ему уже дал немного. О, ладно. Я так, тогда тут лишняя. Орел, уходи. Привет, Олег. Ушел. Паша, Орел, вам Нео, он же Олег. Вот, Бея, привет, передает все дела. Олег, да. О! Пока правильно. Нео, Олег. Не Олмек. Олег. Не? Или другой Олег? Это он же. Он же. Он же Олег, он же Олег. Не Олмек. Оля, ты даешь мне столбов? Нет, подожди. А, надо? Пластины. Тебе столбы или пластины? Пластины дать могу, хочешь? Так. А, не надо ничего. Мне Орел дал уже. Да, я же помню, что Орел я дал. Я сказал, да, что Орел дал. Ну, я так поняла, на второй заход тебе уже не хватит. Так, подожди, какая-то херобора. Это значит нормально. Значит, ты живой. А херобор — это хорошо или плохо? Для тех, кто не понимает. Это нормально. Это стандартно. Ага. Сейчас я тут... Я тут понял, что я немного ступил. Но это нормально. Вон смутный пиштарел дал, но как друг. Хорошо, что я эти стримы ведьми не показываю. Хорош. Смут хорош. Пошучено смутно, да, молодец. Смотри, Оль, у нас тут. Пошучено, я тебя так буду теперь называть, Паш. Я смотрю. Это как потрачено, только... Да, пошучено. Только пошучено. Но это так, итальянский заводы. Вариант. Заработали. Да, это красота. Оль, вот тут трубу проведи отсюда. Так. И налево. Так. И налево. Так. До куда? А сейчас скажу, до куда. До середины вот этого. Ага. Сейчас. До среднего. Угу. Ну, грубо говоря, у нас есть попутный нефтяной газ. Так, а теперь вот здесь надо заполнить нет. пустоты, вот где вот здесь вот нету? А вот здесь надо... Подожди, я подумаю. Тройничек. Да, надо. Нет, я и на тройничек его не вот подписываюсь. Так к краю. А вот. Это... Подожди, сюда, вот сюда, орел. Орел. Вот. Сюда? Орел. Да. Да, да, я тут. А трубы здесь подземные делать или надо? Нет, здесь обычные. А, окей. Здесь сойдут вполне обычно. Какая проблема? А, столбы, да, можно потом перенести будет. Сейчас я... Их знаешь, куда можно поставить? Сейчас покажу. Все нормально. Их можно так ставить. Все нормально. Паш, выбирай из вариантов, тебе как нравится. Пошучено, паштет, пайхер, павбла, пайхер, покахонтас. Спасибо, смуту. Покакахонтас, мне тоже нравится. Я могу сокращенно покака называть, все, извините. Столбы лучше не ставить внутрь, потому что там еще трубы будут. Ставь вот тут снаружи. Все самое интересное пропустил, пока телефон тупил. А если что, трубу можно протянуть. Зажать и протянуть. А я знаю, мне так, понимаешь, реалистичнее. Протянешь трубы, протянешь ноги. Вызывай. Тянешь ноги? Окей. Так, а труб нету. У меня кончились трубы. Закидываю еще производство. Все, протянула. Притянула? Да, протянула. Молодец. Теперь помнишь, ты сделала 10 заводов? Да, что-то делала, да. 8. Теперь... Почему 10? Я сказал 8. Ты сказала 10. А до этого говорил 8. Ну, я сделала 7, и одна у тебя была. А сейчас ты сделала. Помнишь, я сказал сделать химические? Нефть, химических, да, сделала, да. Смары. Смару. Вот сюда ставишь их и влево до упора. Сейчас, стой. Поставь один, я поправлю его, если что. Сейчас. Правым краем к концу, где я стою, вот к этой трубе. Так, типа? Да. И влево. Идеально. И теперь их влево до упора прям тяни. Они должны друг к другу прилегать по бокам. Да, да, они в упор. Окей. Стоят. До упора. Упри. Да, до упора. Ща упру. Я, да, не упру, упру. Упругие заводы. Кстати, они... Паша, ты как, ЖД-шку строил, не? С Киром? Mm-mm. Я умирал на ней только. Но мне понравилось. Все. Ох, ни хрена. А я старался. Не, это ты да, молодец. Просто я тут смотрю. Что сделать промежутки? Три. Сейчас нет, подожди.
Нет, все, кстати, нормально. А Макс это... говорит, что их надо развернуть. А есть разница? Кстати, да, Макс прав. Ты можешь просто сейчас нажать R и повернуть их. Ага, сейчас. Интересная фигня. Ну ладно. Блин, меня зажало. Все, не зажало. Все. Паша, ты вертел мои заводы. Я вертел твои заводы. И один завод все равно неправильно повертели. Олечка, привет! Бэтгерл пришла. Привет, Миша. Привет, Мишустин. Привет, Чарык. Никто не хочет ЖД построить еще. Я могу, но я давай, не... Давай, Паша, давай, Паша построит. Я не хочу, но я сделаю. Мне надо для этого что-то взять. Тебе нужно найти на карте медь. Много меди. О, твою дивизию. Это же... Чё? О, твою сырую медь. Твою медь надо взять, да. Я понял. И пластины. На карте вижу жуков. Вижу жуков. Сверху, на которой 5,7 миллионов? Я везде их вижу вообще. В смысле, 7 миллионов жуков? Вижу. Это прям... 5,7 миллионов руды. Прям Петербург? Нет, я... Измеряем в Питерах. В Питерах, да. Нет, я снизу пойду возьму. Снизу пойду возьму. Ты конвейером или все-таки поездом? А что надо сделать-то? Ну, я думал ЖДшку поставить. Чтобы чего? Чтобы загружать руду в поезд и поездом привозить ее на базу. Так мне, чтобы построить рельсы, надо руды. Нет? Какой-то руды надо? Только на нее. Вот что там сырье требуется? На этот? На камень, рельсы. Стальная балка, железный плут. О, Миша, как фигара. Плут, блин. О, какой Паш, что? Камень, стальная балка, железный плут. Мы знали, да, смурт, да. Ну, вроде уже... камень. Отходят-то лоси. Пластина и балка. И балка. Из пластин производится. Балка, должен ты говорить. Так, ладно. Значит, мне нужен камень. С камнем все проще, он нахрен вот здесь. О, весь я пошел за камнем. Паше нужен и камень. И за пластинами. Прям москвич. Можешь это открывать то, что я показывал. Открыто. А подожди, какую именно? Не общий план, вторая фотка. Вот она мне открыта, не поверишь. И теперь занимаемся подключением всего этого. Я так понимаю, мне надо от химических заводов надо также трубы провести, правильно? Да, там схемка есть. Да, в два ряда также. А почему в два? Ну, там первый ряд, который примыкает, и потом через один шаг еще второй какой-то ряд. Да. Там да. С водой, да? Ты начни, я, если что, поправлю. Окей. Просто это сделано под улучшенную переработку, а... А, я тогда первый ряд сейчас сделаю. Да, давай. Паш, посмотри, так, камни в почках так. Смут советует. Блин, проблема с трубами. Спасибо, Миша, за цветочки. Труб? Трубные проблемы. Да, вот прям трубные. Трубные пятна. А где камень? А, вот камень. Ах, камень же тебе в почках, посмотри. Камин-аут какой-то просто. Я пошел собирать его. Полнейший. Тут просто увлечение надо будет воду подвести. Воду. Воду. Воду? Я уже как 45 минут в воду. Блин, мы только начали, а мы уже в аду. А вы уже в аду. А, да, только начали, тебе уже в аду надо. Так, значит, вы мне, чё мне, скажите мне. Вы мне, чё мне. Кто вы? Кто мы? Кто вы? Что вы здесь делаете? Зачем вы сюда пришли? Ты пошёл на нижнюю медь, да? Медь, цены просто молодцы. Так, ага, да. О, там же есть и руда, и урановая руда, и еще уран медь нам не нужен, а есть железная руда слева, видишь, 4,6 да. миллиона. Да. Вот от нее... Вот, я думаю, можешь... как-то объединить их может быть, потому что еще ниже есть нефть. Еще. Нефть? Блин, ну оттуда нефть трубами тянуть, это прям далеко, по-моему, не? Ну, так-то немного ближе, по-моему, чем мы тянули. Не. Клеточек больше. Ой, да ладно квадрата. Тебе, а, 4 квадрата. Все, ладно. Ты короче, сколько жуков? Видел, сколько жуков? Надо подвести 4 конвейера той руды и другой руды 4 конвейера. Привет тебе, большущ. Очень много жуков. Нет. Они смотрят на меня и шевелят своими усиками. Мы не пойдем. Паша, ты своими вздохами будоражишь Олю. Блин. Что за АСМР начался?
Могу и пора менять категорию стрима на СМР, да? Фактор СМР. Короче, я веду туда железную дорогу в две ветки, правильно? Туда-сюда, которая будет ездить. Да. Я предлагаю сделать круг мимо урана, мимо железа и к уран меди. Уран нам не нужен, мы к нему потом подведем. Нет. Отдельную ветку. Либо сейчас, либо никогда. А, либо сейчас, либо никогда. Все, я тебя понял, пошел. Специальное предложение, хватит. Только 15 минут. О, господи, Паша, Кость, проверь, пожалуйста. Так, да, я Костя, извини, сейчас. Да, я самой непривычно. Меня частенько путаю, да. Виктор? Так. Оль. Да. Оль. Да. Оль. Ну, чё не так? Оля? Да. Да все зашибись. Блин, от жопошника. Так, а получается... Все не так. Да, я тоже думала, сейчас скажу, что фигня переделывай. Переделывай. А подводные трубы, это они нужны, если мы будем делать вот эту вот двухфакторную эту очистку, фигистку, да? То есть сейчас не надо вот сюда ставить. Но лучше воду заранее сделать. А, то есть поставить, сделать подземные. Да, потому что потом бегать, все это перестраивать будет прям жопно и... тяжело. Я поняла. Это как когда самой кухни нет еще, но выводы под раковину уже из труб сделаны. Да, именно так. Оля, какая я умная стала. Вот сравнила с кухней, и все хорошо. Ты сразу, да, естественно. Так. О, трубы есть. Главное, чтобы они не горели. Пластины. У меня есть. Да. Что-то сказала, потом посмотрела. Сейчас. 210. А, 210. А можешь сотню вниз закинуть, около радара стоит производство труб? А где радар? А, внизу. В каком внизу? Я иду вниз. Вот, вдоль внизу? Столбов, которые провел Паша. Так, в радар закинуть сотню? Блин, не хватило немного. Да? Привет, Махинатор. В том самом внизу. Я говорю, в радар закинуть сотню? Радар нашла? Нет, там рядом с ним стоит заводик маленький. Сборочный автомат сейчас закину. Да, и в него надо хотя бы сотню пластин закинуть железных. Закинула. Спасибо. Если что, то можно трубу будет подкатить. О, да, я уже на них покусилась. Молодец. О, блин, как все сложно. Ты понимаешь, что мы только начали? И это еще очень маленькое количество труб. Очень маленькое количество труб. Так, вы мне вот что скажите. Угу. Да. Подорожник. Дорога поворачивает железная резко или не резко? То есть как это? А смотри, можно резко, а можно сделать плавный. Да. Ну, не нормально. Надо, сильно резко не надо, лучше а то укачивать будет. Лучше делай плавный поворот. Я сделаю плавный. И если что, если что. Да, скипидар. Сейчас я скажу. Ежели стало быть так. Ежели было стать... Да. Посмотрел. Я не мзды теперь. Я кинул в картинке способ загрузки. Паш, там этот уточнение хорошее. Там главное трубы-то с нефтью через соседние страны не везти, а то потом опасно. Опасно, акцизы, налоги еще тоже, да. Акцизы? Какие страшные слова у вас пошли. Все, да, давайте деградировать дальше. Что за фигня? Все, забыли. Говно! Жопа! Ха-ха! Так, подожди, куда ты кинул? Мы так фирму записывали. Ты мне кинул куда-то, нет? Да, в тот самый чатик. Тот самый чатик. Тот самый. Паша, секретный. Оригинальный вопрос. А что ты стрим не поднял от Махинатора? Паша, что ты стрим не подняла? Вторник, что-то не поднимается у меня на стрим. У него по вторникам стрим не поднимается. Вообще, мама запретила, говорит, по вторникам не-не. Не-не. Блин. А не-не. Так, подожди, а что за хрень ты мне здесь показал? Это что за хрень ты показал такую? Это станция загрузки. Там сверху поворот. Твою налево. Там полукруг, да, и он уезжает назад. Он и тебе эту хрень показал, да, Паш? Угу. Он сегодня... Блин, я обожаю всем показывать всякую хрень, всем да. Всем показал, да. В личные сообщения кидаю. Ну да. Но не, в принципе, не только сексом, сегодня. Это иглоукалывание скорее, конечно. Так, как это... Блин. Подожди, что делать-то мне тогда? Получается, станцию ставить посреди этих вот двух точек, а дальше сводить туда этими вот теми конвейерами? Нет, на каждую точку... Да, две станции, а их потом соединим в одну общую систему железной дороги. А ты сделаешь сундук так, чтобы он загружал пол поезда железом, а пол поезда медью? Да.
Все. Мы организуем это. Все. Наверное. Будет кататься в вагон, наверное, 4, я думаю, больше не надо. Тесу. Наверное. Да не шарю. Да будут ли они кататься, еще вопрос. Подожди, надо построить что-нибудь. Ну, у нас сначала планируется, а потом делается. Поэтому... Где сундук с пластинами металлическими? Блин, я вот думаю, может реально на карте метку поставить? Да. Сейчас, так, я не понимаю, короче. Ой. А как тебе метку поставить сюда? Тебе пластины нужны какие? Железные? Да, и мне нужен сундук. Я вижу пластины, а сундук Оль, не вижу. А? Смотри. Куда? Да, вижу. Вижу метку, бегу причем, на нее. Понимаешь, все настолько логично, что там, где у нас производятся железные пластины, там у нас и сундук с ними. О, точно, я забыл. Все, спасибо, спасибо большое, спасибо. Рано, да, я сказал? А, вот он, вот сюда. Блин. Все, взяла. У меня реально плохо с математикой. Сейчас, рано. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Их вроде 8, да? А так. Вроде нифига не сходится с тем, что должно быть. Но это нормально. Это да. Сюда. Ты как сюда. Этот. Игра в наперстке. Вроде тут, но не тут. Ну, вроде да, что-то так, а вроде не так. Да. Тык, тык. В общем-то, то, что мы Оль с тобой поставили, так. Точнее, то, что ты не поставила, это пока на будущее. Окей. Я хорошо, что мы думаем о будущем. Народ, вам привет от Скипидара. А, да, ему тоже еще раз привет, Скипидар. А, он у тебя был уже. Он, да, и там, и тут. Он у нас эхом слушает. Говорит, хорошо. Так прикольно. Это не эхо, это стерео вообще-то называется. Слишком много, по-моему. Много стерео? Да. Да. Блин, а что не так? А где я? Я сам с собой разговариваю иногда, не обращайте внимания. Все нормально, я тоже. А где я ставила химические заводы, простите? Ниже? А, вроде да. А ниже где-то возле нефти? Да. Паш, да. Как Паш, отменить сраное строительство железной дороги? Вот я просто нажал на одно место, и он мне из него теперь строит железную дорогу. Я эскейпаю это. Или правой кнопкой мыши, по-моему. Ребят, я потеряла, нет, представляете? Это не более. Помогает. В смысле? А где у меня железная дорога? 42. Где ты? А, ты зажал на зеленую стрелочку и повел ее, да? Ну, видимо, да. Привет, голландец. Убери рельсы в инвентарь. Я по-другому не знаю, как это делать. Открой на инвентарь, закинь их туда и возьми обратно. О, божечки, ладно. Это, да, немного убогая система, но, к сожалению, она такова и больше никакова. Не говори, Миш. Ребят, я потеряла химические заводы. Блин, Оль, ну карту открой. А, все, я нашла. Так, ладно, я добавляю метку. И это будет нефтехим. У меня самое сложное в этой игре — это находить то, откуда я ушла. Ушла за ресурсами, причем, и все. Да, вернуться, понимаешь, уже. У тебя есть карта, у тебя есть мини-карта, у тебя есть я метки. Я смотрю. Все, я нашла. И Паша вообще красава, он на нефть поставил, назвал ее нефтя. На камень назвал. Блин, Паша молодец, что я так не делаю? А я, кстати, не нашла, я не то нашла. Сейчас, короче. Блин, Оль, на мини-карте я сверху над тобой. Беги. Я там... А-а-а, всё, а я думала возле нефти. Ой, ну всё, и вот дайте мне потупить. Вот это понимание, да. Эх. Ты прям слышал, да, это? Вот это... А, да, я догадалась. Эта лампочка у меня загорелась над головой. Так, тут нужен еще один завод. Блин, заводов много, а толку мало. А еще, Оль, надо сюда будет как-то притянуть воду. А вода у нас справа, да? Да, справа. Да. Ну вот я сейчас, вот я подземные. Да, ты можешь взять выведу. Трубы и, в принципе, воду справа тянуть. Не, махинатор машинки есть. Я просто, ты знаешь, пешочком, нормально пешочком ходится. Нормально. Так, у меня закончились ресы, я, наверное, побежал вниз. Ща вернусь. Давай, более ты уж точно вернешься, да? В отличие от меня. Я могу у Альтов 4 и не вернуться сюда. Спасибо, Скипидар, за ману. Кстати, ты можешь карту сохранять сама себе. А, да? И можешь потом, да, если хочешь там сидеть в ней, смотреть ее. Не, мне в одно лицо не так интересно. Нет, Скипидар, ну, я как раз в играх страдаю топографическим кретинизмом. Нет, не забайтишь.
Вот, все. Поэтому... Обидка, печаль. Ну уж, извини. Ты меня забайтил на факторию, этого должно быть уже достаточно. Блин, я на своей же базе потерял интересы. Уля, у меня твоя болезнь. Помоги. А я тебе... А знаешь что? Смотри, потому что сначала ты ржала, что я на машинке кататься не могу, потом так же начал водить, а теперь ты ржала... Вот нельзя ржать. Деменция получается, да? Это орленция у него. Получается, да. Старые орлы тоже. Причем, понимаешь, это моя знакомая планировка базы, которую я обычно всегда строю, я заблудился. Я теперь понимаю, как тяжело тебе и Паше что-то тут искать. Да. Нет, извиняться не буду. О. Так, 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 я взял как рельсы, а нафига я их взял? Как тропинку, о которой забудь через пару минут. Вот нафига я взял нормально рельсы? Хоть... Наверное, чтобы что-то нормально построить. Чё ты начинаешь-то? Кто же будет делать варварские тропинки, если не я? А еще у Люмя интересный вопрос. Так. А, ну ты же строишь, да, все верно. Я, да. Все нормально, все. Это я затупил. Со мной случается такое часто. Я заметила. Просто... Да, я просто смотрю, как я поставил все, и что немного не сходится с схемой. Ну да ладно. Пофиг. Вот у меня сходится. Ну слышь, девочка, ты молодец. Ты умеешь читать схемы, а я не научил. К сожалению. О, нарвалась на комплимент. Ну, почти, да. Это почти был комплимент. Так, я буду считать, что это был комплимент. Блин, да, я сейчас Олю обижу и все. Даже придется собака у меня. В одиночку играть. У тебя еще есть Паша. Так. В принципе, все, что мы сейчас с Олей делаем, это на будущее. Вот прям максимально на будущее. Окей. Паша, ты там живой вообще? Паша там ЖД строит, по-моему, я да? Вообще-то ЖД строю. О. Вот. Ой, я неправильно поставила. Твою дивизию? А что ты неправильно поставила? Вроде же все норм, не? Их же надо... А, все правильно я поставила. Все, да, это я просто все тупица. Верно. А, бывает, бывает. Спасибо, спасибо Спидер Заману. Там всем немного пораскидал. Да-да, он честно поделился со всеми. Так. Я опять бегал за двигателями и понял, что я не взял двигатели. Это нормально, это как пошел в магазин за хлебом, купил все, кроме хлеба. Вывод, не стоит ходить за хлебом. Блин, мы сейчас угрохаем 3 часа стрима, чтобы построить хлеб. Завод. Ну, я люблю за да. эту фактурку. Спасибо, голландец. Я потом представляю просто 4 серии подряд. Мы строим один завод. Ничего, ничего, так. Скипидар, Паша направился. Я, наверное, тогда начну порадовать. Делать то, что надо. А до этого ты делал то, что не надо? Походу. Да, мы делали то, что надо на будущее, а будущего у нас... У нас нет будущего? Оно есть, но оно туманное. Очень туманное. В данной игре. Так. Это сюда. Блин, я чувствую себя тупым. Ну-ну. Добро пожаловать. По-отечески так, Паша. Немного неприятное чувство. Так, а еще, наверное, надо искричество сделать, да? Вот к этим. Искричество, да. Вот его надо подвести, наверное, как раз таки между. А нет, не между. Слушай, видишь, бери деревянные столбики. И между запихивай вот этих вот производств. Между где ты стоишь? Нет, выше, а, вот, ну, в самом глубине. Вот здесь зайти между заводами, да? Вот здесь вот? Вот здесь? Нет, вот тут внутри. Я вот тут бегу, видишь? А, ладно. А деревянные столбики где-то есть или их это? Произвести? Деревянные столбики у меня 21, на тебе дарю. О, подарок. Спасибо. Будет мне еще не дарили столбы. Олег, спасибо за эликсир. Так, что из этого получается? Получается фигня, но мне надо пару. Мне нужна пара резервуаров. Да, всем, каждой твари по паре. Да. Так,
Теперь нужен резервуар сюда, нефть сюда. Господи, за что нам все это? А, нет, все нормально. Я зря паникую, извиняюсь. Ничего, ничего. Все нормально. Нужны насосы. Сюда. Насос нужен. О, абонент, спасибо тебе. Ого, огромная заману. Вот. Чпуньк. И сюда резервуар. Тебе тоже. Ой, я что, неправильно столбы, да, поставила? А, Оль, сейчас я сделал три резервуара, я не вижу ни одного. А, у меня просто сейчас меня Макс ступняк пишет выше, а вот. Я думаю, это к столбам относится, или это он ну, заигрывает? Ну, да, кстати, он имел в виду выше, потому что они не подключились. А, вижу. За всё. Трубу туда, на те же места, только за трубу. Окей. Ну, молодец, ты, да. Затрубные места ваши, вот, знаете. Труднодоступные места. Обсуждайте. Так, и сюда вывести вот отсюда. Ура, у меня что-то получилось. Здравляшки. Да, нет. Да, получил. Я смог. Я смог сегодня. Воробей, который смог. Да, и надо еще дофига резервуаров, например, штук 5. Сверху запахать. Воробей. Да. Вижу, подскажи, пожалуйста, куда мне это подводить? Где будет сортировочная, разгрузочная? Слушай, она будет... Видишь, где у нас добывается медь и где добывается железо по карте? Нет, подожди. Сейчас я пингану. Железо сверху. И медь. Видишь, где... Нет. Пинганул он не видит, карте. Где иметь. Я не вижу, где... Ты пингуешь мне поле сраное. Да, вот в это поле и надо. Там будет станция по разгрузке. То есть к ней надо подвести хорош, два крутя. Хорош, а чё же я тогда... Ты можешь... О-о-о. Не, все нормально. Ты можешь отсюда и взять просто налево сделать 90 градусов. Я могу, конечно, но это ни хрена не прикольно. Бухой нет, зергов тут нету. Тут есть жуки и тараканы. А-а-а. И пауки. Оля пока пауков не видела, но надеюсь, к финалу мы посмотрим на них. Да, но я видела в заставке, он металлический, он не такой страшный. А, тебя он не испугал? Ну, мне сначала было страшно, а потом я увидела, что он металлический, и я попривыкла. Я сначала было страшно, потом смириться. Не страшно. Да. А всё, куда класс, тогда... мы да? этот газ будем использовать, который у нас перерабатывается из это нефти? Это у нас будет, смотри, это будет твердое топливо. Угу. Потом это у нас будет пластик. Это еще будет батареи, это еще будет сера. Мы сейчас не можем продвинуться дальше, потому что у нас не производится пластик, абсолютно. Мы не можем сделать красные микросхемы, а из-за них мы не можем сделать колбочки. Все, поэтому мы стоим. И у нас все простаивает, к сожалению. Так... А почему? А, них. Слушай, а действительно, да, не хватает еще, получается, от к химическим подземных труб. Я так понимаю, вот одна. А вот этих а не хватает. Не хватает где? Ну вот одна есть, а дальше, видно, не достроили, да? Видно, да, там немного надо доделать будет. Я сейчас да, доделаю. Я просто, видимо, чисто схематически. Макс. И не очень корректно сделал. А можно как-то указать, сделать там 100 чего-то? Не знаю, можно правой кнопкой мыши по 5 накликать. Это единственное, что я помню. Да, Оль, он... Спасибо, что рассказал. Нормально, с этим пауком я замерюсь. Чем смог? Смут говорит, что есть впечатление, что с нами Антарес играет. Да, он разработчик схем данных. Шутка. Спасибо, Оль, за ману. Блин, почему Смут на тебя в части не умею? А что, ты бы ему ответил сейчас что-нибудь? Да, Мут бы на 30 секунд пришел. Смут, зайди в чат, чтобы Орел... удовлетворил нет. свое все? ЧСВ, нет. хоть кого-нибудь нет, замутил бы. Ливанов, здорово. У меня Кир заходил на стрим, мутил одного человека по моей просьбе. Во время гоночного стрима. Я думал, ты его замутил. Я тоже думал, сейчас так скажу. Я бы тогда уже не сидел, не играл. Там не стоит мутить.
Так, это. Все, у нас теперь все работает. Смотрите, газ пошел, да. Газ копится теперь просто. А ты сделал, видишь, трубу, да? Да. Видишь справа? Подожди, вода. Сейчас я дойду. Да, вижу, муть, большая нет, вода. Нет, не буду, просто заставил тебя прийти в мой чат. Здорово, смутный. Это а не в складе мы, потому что это будут очень мелкие картинки, в которых ни хрена не происходит. Мы любим крупные картинки смотреть. И глаза будут растекаться. Здоровенные картинки. Я не хочу, чтобы у меня текли глаза. Видишь справа вода? Вижу. Там надо поставить 3 насоса. Так. Сделать 4 резервуара квадратиком. Так. И повести трубу. Так. Налево, туда, где ты сейчас сделала для воды, помнишь? Да, надземную. Подземную. Потому что нам здесь еще ездить и бегать. Лучше подземную. Так, значит, 4 резервуара и 2 насоса. 2 насоса, 4 резервуара, да. И все это подземной трубой в ту трубу, в которую да. труба. Сейчас, подожди, в которой нижняя, да? Да, в которой нижняя. Угу. Ох, ребятки, это сейчас. Это будет вода. Так, сейчас я посмотрю там, так, чего она, чтобы сюда? Понимать. Смут, спасибо за эликсир. Смутный я забавился газ, смутного. Да, спасибо, скипидар? О, да, ты молодец. Блин, как же он повелся на это? Я вот его знаю, он бы просто так вот не сделал. Просто так бы он не зашел, 100%. Да? Да, как-то вот, прям. Ты его, блин. Как лихо ты его уговорила. Прям. Вы мне вот что скажите, как... Да. Просто в да. В нахрен играть. Слушай то, честно, что говорит воробей, все. Честно, я сам не знаю, как в это играть. Не, я пока. Еще вопрос? Если я ты понял, не... ты познал дзен. Да, если. А я не понял, не познал дзен. Логика. Орлиная. Ну да. Вы что-то имеете против моей логики? Вообще нет. Я ее пытаюсь найти. Не надо. Она иногда отсутствует, это нормально. Так, что там мне сказано было, я уже забыла все. А, где? Так, я что-то тут затупил опять и забыл про привыкли. Трубу. Да, я туплю, Оль, больше, чем вы в начале. Меня печалит, понимаешь? Я не тупил и начал. Меня это не печалит, меня наоборот, я хоть чувствую себя в своей компании. Ну, да. Даже если во всем мире пропадет вода, блин, у вас стаканчик на утро ща. Стоит. Немного. Да, у нас мозг всегда на утро стоит. Не работает. Стаканчик с водой. Так, 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 так. А где, блин, бойлеры-то эти, насосы, что-то я вообще не вижу. Так, ты кто? Ты резервуар. Ты не то, что мне надо. А здесь... Ты кто? Помпа. Блин, здесь можно, да. Помпа. А она как раз качает. Оля, мы делали с тобой... Насос сюда. Нет, мы не делали листовой насос, все, сорян. Да я ничего, увидел, ничего. Я... Так, подожди, я теперь я туплю. Я не могу найти эту водокачку и. А, паровой двигатель, да, и. Нет, а, не бойлер. Паровой. Оль. Да. Сейчас скажу. Нет, нет, не надо этот голос, пожалуйста. Да. Такое ощущение, что я обидел. Нет, так, я просто пытаюсь мне... думать. Еще раз, мне надо чего 2 и чего 4, я забыла. Тебе надо 4 резервуара. А, вот это... резервуар. Да, на какую-то вкладку. Я, да, на первой, так. А еще тебе нужно 2 насоса для воды. А, который будет в резервуары закачивать воду, все. Да, но это не помпа, понимаешь, это насос. Да, а да. Он находится во второй вкладке, третья да, строчка. Да, нашла, все, спасибо. Я просто забыла, что мне надо строить. Нет, это абсолютно нормально. Я нормально. Привет, пришел Байхой и только с Пашей здоровается. Паш, в общем, вот всё? Так. Здорово, привет, Бухой. Да. Здорово. Правильно, понятно. Так с ними. У них вон, видишь, свои там какие-то. Они меня заставили строить эту. Спасибо. Транссибирскую магистраль здесь. Избавились от меня. В смысле застравили? Ты сам вызвался. Затравили? Да. Ну, в смысле, это вот вы так красиво на онлайне это все описали. А в личку написали мне все, Паш. Паша, спасибо, работай. Говорит, вали, говорит, в лес туда, валить лес. И строй железку нам.
А вот. Как убрать из быстрой... К сожалению, так получилось. Из быстрой вкладки убрать, в общем, очистить, если мне не надо, чтобы оно уже в быстром... Средней кнопкой мыши, по-моему. О, спасибо. Проверь. Да, работает. Да? О, да. Угадал. Я полезный. Да. Я угадал. Да, Паша, ты правильно. Полезный, как его... Блин, хотела быстро пошутить, и не получилось. Хе-хе. Обезжиренный его. Обезжиренный. Высушенный. Да. Да-да, абонент, вон, Паша строит Северный поток 3. Там сначала Транссибирская магистраль, а потом будет Северный поток. Да, поток я уже построил там тоже по лесу. Блин, а как так? А, кстати, да, вон, поток. Кстати, Оль, мы сейчас к этому потоку потом пойдем. Я не пущу будем делать прерывы. О-о-о. И ставить Иисуса. Да, у меня кофе уже заканчивается. Перерывчик. Да, да. Маша, перерывчик. Да, да. Звучит как-то. Надо, подожди, Паша, я-то как бы... Я-то как бы, хотите, еще буду строить и строить. Я готов. А кофе налить? Да, не хочешь кофе там? Того? Всего? Кофе пьют дети и женщины. Я, в принципе, пьют. Тогда готов уйти на перерывчик минут на 5 и вернуться вновь в эфир. Поддерживаю. Я тогда на паузу не ставлю, можете, если что, продолжать поигрывать. О, поиграй. Паша, ты там сильно он не поиграл. Он нам разрешился. Я, пожалуй, будешь поигрывать? Буду поигрывать, да. Ладно. Ребят, тогда... Я разберусь к вам через минут 5-7. Да, вот.